приветики. Что-то я взъерошена. Еду... Еду по делам. Думаю, может быть, Магнит Косметик зайдем, понюхаем, посмотрим скидочки. Что я там наехала? Какая-то такая маленькая кочечка, которая здесь никогда не было. А вот, давай, быстрее, ребята, 5 секунд осталось. Поворачиваем. Начинается. Тупучие. Еле двигаются. Вот. Что вот? В общем, едут вот всякие, знаете, дела делать. Ну, как всегда, по всяким учреждением, заявление развозить. А, думаю, что-то я прям хотела вам сказать и включилась. Сейчас заберу посылку с рандеву. И это не просто посылка с рандеву. Это игра «Восьмое чувство». Там, где мы будем, я буду позориться, значит, и отгадывать парфюмерию. Значит, что где там, ну, да что ж вы все поворачиваете. Отгадывать, в общем, буду парфюмерию, ну, что за аромат, либо хотя бы ноты, да, из чего состоит. В первом сезоне я участвовала, во втором не стала я участвовать, потому что в первом сезоне там, ну, в принципе, одна ниша была, что там угадать. Во втором, я смотрю, был Eccentric Molecules 02. Хотя, не знаю, угадала бы я его, наверное, вряд ли. Ну, то есть, что это молекула, я бы угадала, но я бы могла перепутать с четвертой, например. Ну, в общем. Да что? Подавилась. Итак. А императрица, по-моему, была во втором сезоне. Ну, в общем, в третьем я решила тоже участвовать. А почему бы нет? Думаю, а мне еще, знаете, на день рождения подруга пришла с шариками надувными. И на одном было написано: «Никогда не сдавайся, позорься до конца». Я думаю, о! Прям про меня. В общем, будем позориться до конца. Дело в том, что 8 ароматов... Примерно, ну, то есть вы же не будете полтора часа снимать видео, оно как бы, ну, никому не нужно, да, там 20-25 минут видео, учитывая, что монтаж запрещен, то есть с первого дубля, соответственно, у вас нет времени, да, у вас нет времени разнюхать, как-то, да, побыть в этом аромате, то есть просто... первые пары и как бы все. Ну, там 2-3 минуты на аромат. Все. Я уверена, что я ничего не отгадаю. Но я буду, может быть, ну, просто прикалываться. Я не знаю, что еще делать. Короче говоря, сейчас заберу эту посылку. Скрывать ее, конечно же, нельзя. Нужно скрывать в день игры. Ну, не то, чтобы в день игры. Все снимают, когда хотят. Просто... публикуется в один день, но нам еще не сказали, когда. Но сказали, когда получишь, максимально быстро нужно отснять это видео. Ну, сегодня у меня нет настроения, сегодня у меня... Я хочу приготовить супчик, возможно, в общем, с копченостями, гороховой, возможно, с копченостями. Вот, нужно убрать, полы помыть, возможно, какое-то коротенькое видео и заснять, ну, уже так, знаете, прям вечером, какое-нибудь парфюмерное, у меня же Avon новинки есть, в общем, вот так. Что, поворачивает или ты пошути? А, нет, молодец, я думаю, она пошутила и перестроилась. Все. Едем. И в Валберес заеду, маску для волос заберу. И все. Маска от Life Leaf Life Delana. Это белорусский, соответственно, бренд. Это тот та маска. Ну, в общем, я одну закончила, и вторую, как бы, ну, плюс-минус похожую я купила.
У меня была красная, я купила, по-моему, синюю. В общем, вот такие дела. Так, ну давайте, я уже хочу это самое. Переехать. Забегу на квартиру, посмотрю, что там у нас с платежкой. И все. Пока что все. Ну что, посылка у меня, я уже подъехала даже к Магнит Косметик. Не вскрывать, понимаете? Не вскрывать. Тариф, посылка, склад, склад. Склад, склад, я склад. Окей. Ну, можно и так назвать всю мою парфюмерию склад-склад. Вот, в общем, пока что не вскрываем. Ну как, в ближайшее время я сниму видео, но без монтажа. Значит, маска вот такая, Лив Делана. В общем, вот у меня в пустышках в этом месяце будет такая вот вишневая, бордовая, в общем, красная. Это с эффектом биоламинирования. С протеинами шелка и маслом макадами. Мне кажется, вот это больше мне подойдет. Там было с кератином и тоже, наверное, с протеинами шелка. Вот, бальзам-маска. То есть, в принципе, действительно, ее можно чуть-чуть нанести, как бальзамчик, а подольше это уже будет эффект маски. Ну что, я беру манатки. Я беру свои манатки. И мы с вами идем. Что-то так я тут натопила, знаете, прям ужасно жарко. Все, и мы с вами идем. Я сначала забегу, наверное, поснимаю все-таки. А потом уже зайду в Магнит. Мне надо хлебушка купить, может быть, что-то там, что-то куриное на бульончик, на супчик. Ну все, идем. Смотрите, что же там у нас скидки-то есть. Нам помочь? Нет, спасибо. Так, ну вот этот я розовый жду. Тестер. Все, их нет. И ценник до сих пор такой. Вот такой мы с вами как-то тестировали. Ну, он летний такой, зелененький. Что у нас тут по скидочкам? Мэкс. Блэк. Мне кажется, за 30-ку обычного Мэкс 2000. Как думаете? Ну, вот эти простенькие. В общем, ничего интересного. Шакира, смотрите. Это вот этот. За 1000. Вот этот, по-моему, с персичком, да, такой сладенький. 1400. Зеленое яблочко. 50 миллилитров. 4400. Офигеть. Ну все, ясно. Пойдемте посмотрим масочки. Масочки для волос. Так. Вот это, кстати, фирма новая. Я ее не пробовала. Вот очень даже интересно ее попробовать. Напишите, вы пробовали, нет? Эколатьер. Вот. Это что? Пена для ванн. Угу. Какой прикольный, да? Гель-крем для душа. 250 целых 800 миллилитров. Дешево. Так, ну смотрите, Олин шампуньки. Ну, мне кажется, на Wildberries, да, в принципе, такая же цена, да? Кондиционер за 800 рублей, литровенький. Вот эти вот масочки. Это для поврежденных волос. Вот надо голубую для
чтобы увлажнение было. Снова вот этот шампунь. Ну, бальзам, ну, честно говоря, без скидки неинтересно. Что еще у нас тут есть? Так. Прелесть. Что тут? Пантинки. Вот это, кстати, хорошая фирма, бразильская. Оси. Да, вот это. Вот эту тоже, кстати, линейку у меня хвалят. Но мне, по-моему, не подходит трясина. Так, а это что? Спрей для волос увлажняющий. 309 рублей. Крем хвалят. Не спрей, а крем. Вроде бы здесь все, да, для волос. Мало. Да, вроде все. Маленький магнит, конечно же. И выбрать-то не с чего. Кстати, смотрите, по 209 рублей. Миксит. Вот хорошая цена. Здесь 275 за 209. Но я думаю, что это же не органическая косметика. Кто пробовал, напишите вообще. Я, кстати, ни разу не пробовала Миксит. Так, смотрите, есть шампунь, бальзам и бальзам. Ну, разные бальзамки, да, по 209. Так, ну на Vivienne с собой есть скидочки, блески. Есть и по 119, и по 199. Помадки. Матовые, которые жидкие. Тени, смотрите. Вот такие цены. Вот такие вот по 600 рублей. Тенюшки. Вот эти 369. Старички. Дальше. Тональные. Тональные. Так. Maybelline. Наши любимые дешевые вот эти помады. Вот здесь помады по 800 рублей. По 700. Ну, как-то так. Тени Color Tattoo. Можно, в принципе, даже за 304 рубля взять. Ну, или какой-то отдельный цвет. Так, ну все, я скупилась на 900 рублей. Бедрышки купила. Хлеб, молоко. Приправу для курицы. Да и все. Что еще купила? Ничего. Сзади. Кит? Что еще, что ли? Масло. Масло подсолнечное, масло сливочное. И пачку макарон по акции за... Ну, короче, Макфа там по какой-то акции. Одну пачку взял. Все. Прием домой. Ой. Домой, домой, домой. В чем парфюмы мы не понюхали, нечего там нюхать. Маски. Я вижу, вот когда я снимаю какие-то, да, там обзоры, что-то про парфюмерию, что мне пишут, что в Магните по акции там куча всяких уоллиновских масок и всяких-всяких. С парфюмерией прям плохо дела обстоят, я думаю. Ну, типа, может быть, мне какую-нибудь маску купить. Баллы-то я собираю, у меня там 900 рублей, честно говоря. Вот. Ну, у нас и маску не купишь. Ни парфюм, ни маску. Собирала я, да, почти 1000 баллами. И вот теперь я думаю, на что же потратить. Ладно, ни на что не потрачу, пусть валяются. Надо было в центр заехать, в Магнит. Но я что-то я проехала мимо. Да не мимо, я там не ехала, это надо было заезжать. О, на почту, на почту! Мне же нужно посылку на почте забрать.
шампунь, который убирает желтизну, который вроде как не сушит блондированные волосы совсем, пищит, и который не дает, ну, вот такой вот прям голубой, серый, вот этот, да, дурацкий подтон, он прям в белый как-то так выбеливает. В общем, будем тестировать. Ну, конечно же, едем, заберем. Это, знаете, где я, по каким рекомендациям смотрела видео, как ее, Love AliExpress, сейчас у нее, по-моему, Love Shopping просто, Олеся, по-моему, да, зовут, такая светленькая девочка. И вот она говорит, что это просто лучшее, что с ней случалось. Вот, поэтому, значит, сейчас я быстренько заберу, сбегаю. Что столько людей вообще, думаю, зачем я заехала. Ладно, уже ждем. В общем, мне повезло, мне быстро отдали. Я покупала, сейчас посмотрела, шампунь этот за 519 рублей, сейчас он 659. 100 миллилитров китайский, ну прям лучше не бывает. Кто, кстати, пробовал такой, расскажите. Вот так он выглядит. Что были золотые, стали серые. Но говорят, что он прям серый подтон не дает. Он просто желтизну убирает. И вот прям чуть ли не белый оттенок на волосах. Я, конечно, не хочу белый оттенок, но я не хочу вот этот, знаете, голубой, да? Когда корни желтоваты, здесь пигмент, ну, проваливается в обесцвеченные волосы, получается здесь желтое все равно остается, а здесь сиреневый такой вот пучок, но это прям ужасно. В общем, вот такой шампунь, говорят, он неудобен. Нормально, почему он неудобен? Удобен. О, полез. В общем, вот так. 100 миллилитров, да, видите? 100. Ну, получается... По 600 рублей, да, если сейчас считать по 650, то 500 миллилитров это... А, это 600 рублей, 100 миллилитров. В общем, литр 6 тысяч, 6,5, да? Ну, понятное дело, в большой упаковке будет дешевле, но все равно это вообще не бюджетно. Вообще не бюджетненько. Но, говорят, расход у него маленький, капельки хватает. То есть все равно вы же... моете раз-два обычным шампунем, да, уже потом на чистые волосы так вот вспенили, да и все. Ну, я проверю. Завтра я буду мыть волосы, я проверю, сушит он или не сушит. Концепт все-таки подсушивает. Я не скажу, что критично, но подсушивает. И с тем, как я высветлила себе вот здесь волосы, у меня прям концепт проваливается. Он прям фиолетовый такой становится. И еще больше как раз-таки он подчеркивает мои желтоватые корни. Корни у меня желтоватые, ну, потому что я так специально осветляю, чтобы не было этого белого. Но если бы они были все такого цвета, они бы не были такими желтыми. А по соотношению, когда вот это вот сиреневое пятно, они как раз таки желтыми и смотрятся. Все, мои дорогие, надо ехать. Меня супруг потерял. Все. Так, ну что, я уже дома, покушала. Пью кофе. И ем козьи какашечки. Конфетки. Представляете, я на днях хотела заказать этот... 21 числа будет месяц, как я покрасилась. Оксид. Так, шестерочку. Оказывается, хорошо я в сумку залезла, посмотрела. А я же его уже заказала. Я заказала еще оксид девятку Велла. И краску Калистон 12 ряд. Попробую осветлить, ну, через раз. Сейчас я порошком еще буду осветлять. А в следующий раз я попробую осветлить именно краской. Посмотрим, что будет. Но мне кажется, я буду желтая, как не знаю кто. Вот, в общем, выкладываю я, достаю покупки. Вечерком я, наверное, сейчас я помою полы. Вечерком, я думаю, я сниму видео про парфюмерию
Avon, которые у меня вот пробнички есть. Little Black Dress Lace. А он, его не было раньше, разве нет? Lace. Цитрус, жасмин и янтарь. А это кто? Это, наверное, какой-то мужской у меня пробник. А, это он, наверное. А есть просто Little Black Dress. Ну, вот он мне точно не нужен. Это новый лейс. Мужской протестируем. А где он? И вот этот фаруэйчик мне, конечно же, интересно. До сих пор не сняла видео. А вот это, наверное, мужское. Да, Full Speed Surfer. Читаю я чудесно. Я все-таки на... Еще какой-то пробник. Слушайте. Avon Чу. А, вот он, мужской. Вот этот. Читать не умею. Дальше. Сейчас, пока у меня хорошая настроенница, я пока доставала этот самый, знаете, сумки, что у меня тут, персональная скидка, Sunlight. Но я просила, не упаковывайте мне браслет, потому что думаю, это самое. Ну, зачем? Я прям там надела и пошла. Что мне тут положили? Чек, пломбу. Чек, пломба и... Размер 17. Браслет. Артикул 29-20-47. Кто хочет, посмотрите по артикулу. Короче говоря, я сейчас закажу себе кольцо. Я вот этот, когда заказ забрала, уже уходя, я думаю, пойду посмотрю, чего там еще есть. На часики обратила внимание, и вот эти серебряные часы как раз-таки. Мне знаете, что смущает? Не пишут на сайте граммовка, сколько граммов у часов. Вот, значит, что еще? И кольцо мне там одно понравилось. Оно, знаете, на что похоже? На обручальное кольцо Мерлин Монро. Полностью с камушков, только камушки более такие как бы квадратные, в общем, большие. Но на сайте я, видимо, нажала на похожие или что, я еще красивее нашла. Но дороже. 1004 оно стоит. Там просто вот все в камнях. Так переливается. Там же есть вот это вот видео, где вставляют. Я думаю, вот это вот часы. И как раз с этим кольцом. В общем, закажу сейчас. Я уже дня два держу в корзине этот весь заказ. Думаю, знаете, заказать, не заказать, заказать, не заказать. Да закажу. И будет у меня подарок на день рождения. Браслет золотой, часы серебряные, кольцо серебряное. Я еще думала сережки заказать к этому колечку. Потом думаю, ладно, в бюджет я уже не вкладываюсь. Тем более, что я бы лучше сходила к косметологу, например. Ну все, мои дорогие, в общем, загружаю видео. Точнее, монтирую, пока я допиваю кофеек. Монтирую. И все. И вечером, ну, я по уборкой вот займусь, и вечером мы встретимся, я надеюсь, с вами с видео про парфюмы от компании Avon. Пока в сумку обратно положу, то все растеряю. А завтра буду прям тестировать новую бальзам-маску от Liv Delano и вот этот классненький такой вот шампунчик. Ну, дороговато. Слушайте, Китай, а такие ценники, да? Почти сколько? 650 рублей сейчас он стоит. Ну, я покупала за 520, 519. Даже 500. 100 миллилитров. Офигели. Так, ну что? Вот так я лучше выгляжу. То вот так вот вечно себя снимаю. И все, знаете, у меня серое, бурое, какое-то непонятное. До новых встреч. Пока-пока.